На конкурс дети читают стихи labyrinth.ru. Комарова Мелания, стихотворение Зинаиды Баевой «Ветераны». Идут устало ветераны, белеют сединой виски. Ах, если б не болели раны, да в сердце не было тоски. Они несут в руках гвоздики, но их ряды не так стройны. Ах, если б не было великой чудовищной злой войны, в суровых фронтовых походах не знали отдыха и сна. Ах, если б молодость и годы не отняла у них война. Они в Россию свято верят, ведь с ней прошли нелегкий путь. Ах, если б им вернуть потери, друзей потерянных вернуть. Студили души в метели, в глаза не раз смотрела смерть. Ах, если б мы теперь сумели их человечностью согреть. Следы обиды рубцевались, но боль видна на их челе. Ах, если б вновь не бушевали невзгоды на родной земле. Они стоят у обелисков, медали заслоняют грудь. Им поклонитесь, люди, низко, пока они еще живут.